В сегодняшней аудиостатье мы решили рассмотреть, как пересаживать драцену после покупки, какой горшок использовать, когда проводить процедуру и какая методика пересадки. Драцена – отличное комнатное декоративное растение, которое вписывается в любое дизайнерское решение помещения. Когда мы приобретаем драцену, сразу возникает вопрос, надо ли ее пересаживать. Иногда предпосылками таких мыслей является неблагоприятный вид самой драцены или же неэстетичный вид горшка, в котором находится цветок. В любом случае нужно быть осведомленным в нормах ухода за растением, чтобы понимать, когда же нужно применять такую процедуру, как пересадка. Обычно молодые растения драцены пересаживают сразу же после покупки, а вот если вам досталась драцена-долгожитель, то есть взрослое деревце, то желательно дождаться весеннего периода, когда по норме и проводится пересадка драцены. Для начала дайте немного адаптироваться драцене к новым условиям – домашней обстановке. Растению хватит всего недели, чтобы войти в нормальную колею развития и планомерного роста, тогда и можно пересаживать ее. Но сделать это нужно не позже 2 недель с момента, как вы принесли растение в дом. Если же растение взрослое, то пересаживаем, как мы озвучили выше, весной, а именно в марте, когда растение наилучшим образом переносит пересадку и смену горшка. Сам горшок нужно выбирать с умом, потому что от этого прямо-таки зависит дальнейшее благосостояние и развитие растения. Остановите ваше внимание на глубоких и не широких горшках, которые идеально подходят для массивной корневой системы драцены. Она имеет свойство расти в глубину, а не вширь. Кроме того, горшок обязательно должен быть устойчивым, чтобы верхушка драцены не тянула растение в одну или в другую сторону. Упав, драцена может сломаться, а это означает, что нам нужно будет провести достаточно много операций по ее восстановлению. Также горшок лучше выбирать с поддоном, чтобы понимать степень развития драцены и держать под контролем уровень влаги и воды в почве. Почва также не менее важный атрибут в процессе пересадки и общего развития драцены. В магазинах иногда предоставляют универсальные смеси для драцены, которые вполне подходят растению для нормального развития. Главное, вам необходимо поместить на дно горшка дренажный слой, который будет контролировать уровень влаги в почве. Саму драцену пересаживать нужно аккуратно. Для начала освободить от старого горшка и земляной смеси и вместе с комом вокруг корневой системы перенести в новый горшок. Новую землю нужно подсыпать поэтапно, разравнивая слой за слоем, чтобы не образовывались комья. Сразу же после пересадки необходимо достаточно обильно, но в разумных мерах увлажнить растение, поливая его от края горшка к центру, не заливая сердцевину драцены. Если к концу дня в поддоне скопится лишняя вода, ее нужно обязательно слить. В самом поддоне никогда не должна оставаться вода, иначе начнутся гнильные процессы, которые затем перейдут на корни. В течение месяца также нужно будет подкормить драцену после стрессовой процедуры пересадки комплексными удобрениями. Дальнейший уход за растением проводится в соответствующих для драцены нормах.